сорт томата гавайский ананас. Вот такие вот красивые, крупные, плоскоокруглые, бифштексного типа томаты. Оранжевый цвет имеет и с красными штрихами у верхушки плода. Очень экзотически красиво смотрится этот сорт. Высота растения этого сорта достигает до 1,5 метров. Сорт требует посынкования и также подвязки к опоре. Этот сорт урожайный. И также мне сорт это нравится за то, что не подвержен практически заболеваниям. Целенькие, вот такие плотные, красивые плоды. Вес такого плода сейчас узнаем. 408 грамм этот томат, но бывают плоды и побольше. Сейчас посмотрим, какой он на разрезе. Вот такая красивая мякоть, оранжевая, розовая, с красным. Очень плотный такой, сахаристый, мясистый, мало семян. И многокамерный этот сорт. Этот сорт подходит для выращивания как в теплицах, так и в открытом грунте. Это салатного назначения томат. Если сделать с него салат, он будет вкуснейший. А если сделать из этого томата томатный сок, то он будет густым и насыщенным и тоже очень вкусным. Советую всем, выращивайте такую экзотику, напоминающую ананас, и по вкусу, и по цвету. Я надеюсь, он вам понравится.